Лиз, давайте позавтракаем. Так, Сереж, ты успеешь сегодня Дамиру с садика забрать? Мне кажется, пойдет на такой подвиг. Растить маленьких детей еще. И пятого по счету. Тимофей, держите. Мама одна справиться не сможет. Ей тоже нужен отдых постоянно. Поэтому ей нужно тоже помогать. Не забываем ничего, Максим. Сменку обязательно берем. Тимофей? Добрая, веселая, хорошая. Никогда не обидит, всегда поможет. Молодец у нас мама. Всем помогает, всеми справляется. Даже один ребенок, я считаю, это сложно. Это же надо каждому уделить время, каждому помочь, за каждым там присмотреть. Как можно совместить детей и работу, еще там муж, да, дом, быт. Ну, я выбрала работу, которая рядом с домом. Я работаю на Почте России. А давай, у нас же, помнишь, еще Света есть в Магадане. Давай ей нарисуем картинку к Дню Матери. А потом сходим на почту, купим конверт и отправим. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Александровна. Вот тебе конверт с Новым годом и чек. Наталья Александровна у нас все успевает. Даже находясь в декретном отпуске, она приходит с ребятишками очень часто к нам, делится своим опытом с теми, кто еще только новенькие. Поэтому Наталья Александровна очень активный человек. Она успевает все и с детьми, и с нами в том числе.